7 августа в Таиланде должен состояться референдум по вопросу внесения правок в конституцию страны. И в политической агитации решили задействовать слонов. Теперь исполины призывают местных жителей в провинции Аютхая приходить на участки для голосования. Вместе с ними в агитации задействованы и студенты. Дворец слонов помог нам и дал в аренду 5 слонов, чтобы они агитировали людей приходить и голосовать на референдуме. Мы полагаем, что благодаря этому много людей, все жители во всех районах провинции Аютхая придут, чтобы воспользоваться своими правами. Изменить конституцию предлагает военное правительство Таиланда, которое возглавило страну в мае 2014 года в результате переворота. Оно настаивает, что изменения помогут обеспечить стабильность после более 10 лет политических кризисов и военных переворотов. При этом критики власти, включая несколько крупных политических партий, говорят, что изменения наделят военных слишком большими полномочиями, а также не разрешат фундаментальных противоречий между разными фракциями. Тем временем слоны служат ходячими рекламными щитами и раздают листовки на оживленных перекрестках. Слоны – это сокровище Таиланда. Они были с нами с древних времен. Сегодня они все еще с нами, и мы вместе с ними будем двигаться в новую эру. Как говорят в избирательной комиссии, явка во время референдума ожидается на уровне 80%.